5 grand just to see you dance. 5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки. Меня зовут Люцис. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд топовой базы P6296. Я эту базу уже рейдил, показывал ее практически всю, вскрывал. Сейчас я этого делать не буду, а пойду сразу по тем комнатам, которые считаю самыми ценными. И первая комната это, по-моему, вот... Не по-моему, даже вот... так. Вот здесь надо взрывать. Вот где-то вот этой двери, либо сразу дверь взрывать. В общем, одна сишка идет точно сюда. А вторую сишку я взорву вот здесь. Вам это делать не обязательно. Я это делаю тупо ради стенда. 4 глоков и вот здесь один дробаш. Чтобы забрать чуть больше огнестрела, чем с помощью одной сишки. А вы уже сами будете решать, стоит вам этого делать или нет. А пока что избавлюсь от зомбарей и пойду открывать ящики. Так, готово. 3 волны позади. Взял с собой, конечно, очень много топоров и увеличил. Скажу вам так. Если вам нужны ресурсы в виде пластин стальных, там всего одна, слитков 2 штуки, то взрывайте смело вот здесь, вот эту вот стенку, чтобы этот ящик не задеть. Идите вперед до конца, там будет верстак справа, разборочный стол посередине, и рядом будет 3 ящика стоять. В одном из ящиков слитки штук 200, а в другом пластины, там стальные есть, железные есть, а в третьем слитки эти стальные тоже. Ну, там реально 2 слитка стальных и 1 пластина, если кому-то надо. Железных, конечно, побольше, но, опять же, это надо потратить сишку. А пока что, прежде чем умереть, надо в бэк что-то положить. Вот здесь я взорвал сишку, чтобы забрать вот эти 4 блока. 1, 2, 3, 4. И вот этот вот дробовичок. Этот ящик пустой. Так. Дальше. И здесь нас интересует, если смотреть от двери, то вот этот вот ящик. Тут огнестрел. Довольно-таки жирный огнестрел. Много огнестрела. Все это забираем. И идем быстренько умирать. Я вот не могу понять, почему на этой базе все эти колья перевернуты на 180 градусов. Какой в этом смысл? Они же зомбарей не убивают. Причем это, наверное, одна из баз, в которых как-то очень много их. Насколько я понимаю, или, может, я, конечно, ошибаюсь, но вроде бы их можно было ставить ограниченное количество, и это не было столько много. Они по всей базе тут разбросаны, их до хрена. Так, давайте сюда блоки сложу. Так, это мое, я оставлю себе на всякий случай. Вот так вот, 8 глоков. Глок сюда, аптечки сюда. Там я все забрал. Получается, нам осталось забрать отсюда остальные глоки. Это у меня украли, но я забирать, разумеется, не буду. Давайте посмотрим. Вот здесь тепловые датчики. Я их стопудово заберу. Каждый тепловой датчик нам дает шанс получить стальной слиток. Причем со стака датчиков можно получить от 5 до 7-8 примерно слитков. Ну, если уровень максимальный электроники. Так, здесь у нас батарейки. Угу. Тоже мне украли, кстати говоря. Здесь я уже смотрел. Здесь фильтр, пружина, неинтересно. Блин, вот это реально. Кстати, вот здесь были все телефоны. И мой лут, который у меня украли с пикапа, заменил один стак телефонов. Это, конечно, не критично. Но вот здесь, например, он заменил либо глок, либо какое-то еще оружие. Он мог бы также заменить скар, который я уже забрал, если что. Если бы сюда прилетело бы не один предмет из моего пикапа, а больше. Поэтому чем больше предметов вы кладете, тем больше вы рискуете потерять при рейде. Если база маленькая, ящиков немного. Так, вот думаю, что забирать-то мне. У меня, по сути, все эти батарейки, флешки, фонарики, все это есть в огромном количестве. Но, опять же, уходить с пустыми руками тоже как-то не хочется. Давайте пока вот так, наверное, заберу. И надобью остальные ящики. Мы посмотрим, что здесь можно еще забрать. По памяти вам скажу, что вот в этом ящике находятся болты, в этом изолента. Поэтому набивать я их не стал. Надобью еще вот этот.
И хочу открыть вот этот почему-то. Почему находится на столе? Микросхема. Ладно, забираем дальше тогда флешки сюда. Телефоны заберу. Мне два топорика, надеюсь, хватит для всего этого добра. Что бы открыть-то? Ладно, пофигу. Сколько открою, столько открою. Вы уже смотрите сами. Что тут есть, чего тут нету. Что вам надо, чего вам не надо. Так, ну почти все открыл, кстати говоря. Вот там топор видел. Вот, карточки. Тихо. Громила. А, ну, в принципе, я все ящики открыл. Забирать тут больше нечего. Топоры, ладно, в принципе, пусть остаются. Идем на базу смотреть, что нам удалось отсюда вынести. А вот и, собственно, весь лут. Это получается 15 глоков, МК, ВСС, калаш, дробовик, СКАР, 200 флешек, 100 тепловых датчиков и 100 телефонов. В принципе, очень даже топовый лутец. Можно потратить, конечно, одну сишку и получить на один дробовик и 4 глока меньше, но это уже решать вам. Ну а на этом все. Надеюсь, ролик вам понравился. Вы оцените его лайком. Пока-пока. До скорых встреч.